Я сейчас нахожусь в Пхукет-Вейк-парке. Здесь у нас центральный филиал школы. Мы ведем занятия по хип-хопу. Но сегодня я сюда приехал не за этим. Сегодня я решил встать, попробовать, что такое вейк. Друзья, мне очень повезло, потому что сегодня моим наставником был чемпион, тренер, а самое главное, прекрасный человек Николай Волгин. Всем привет! Добро пожаловать на Пхукет, Пхукет-Вейк-парк. Всем будем рады, всех поставим на доску, всех научим, обучим. Имеет в общем, шанс, приезжайте. Да, сегодня Алекс неплохо встал на доску, все у него отлично получилось. Я думаю, он продолжит свою карьеру вейкбордиста большими темпами.